Всем-всем привет! Мы сегодня в рейдах. Новый будет у нас легендарный покемончик. Посмотрим, кто это. Попытаемся его половить по максимуму. Я надеюсь, да вы что, серьезно? Аж... Вот замечательно. Было 4G, теперь... Теле-2, ты издеваешься надо мной или как? Вот... У меня просто нет слов. Не забываем подписываться на канал. Так. Рекомендовать друзьям. Устроиться поудобнее. С какой-то вкусняшкой. Всем приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. Кто в какое время смотрит. Хотите подружиться со мной в соцсетях или поддержать канал. Все ссылочки в описании под видео. Ну а мы давайте начнем. Ну, в первую очередь. Попробуем посмотреть, есть ли... Нет. Крутить не будем. Так. Ну, давайте чуть-чуть потратимся. Угу. И посмотрим, что здесь есть за рейды. Да вы серьезно? Ну? Ну? Да, надо сеть перегрузить. Ну вот, видите, какая замечательная связь. А мне еще звонят и говорят, а что ж вы недовольны качеством обслуживания? Да, вот, наверное, вот по этой причине я недоволен. Что интернет вообще у меня пропал. Ок, 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 ок. Ладно, не будем о грустном. Давайте посмотрим рейды. 24 минуты. А это что? Кто это? Мега Пиджот, наверное. Ага, Пиджот. Так, ты нам не нужен. Во-первых, давайте посмотрим, как далеко вот эти. Ну, сначала на 24. Очень далеко. Попробуем. Мы знаете, что с вами сделать? Что мне по деньгам тут? 160, конечно... Давай, давай, давай. Зимазента. 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 Да вы что? О, у нас уже 20. Зимазента, да? Зимазента. Первый рейд. 19. Кто-то отскочил, друзья. Кто-то прям отскочил реально. В прошлое видео я тоже пытался записать с речью, но как и Криминал Кейс Пасифик Бэй, не записался из-за сбоя программы, которую я записываю. Поэтому вы могли просто наблюдать под музычку Pokemon Go все мои рейды. Ну, а тут посмотрим, что будет. Зимазента. Зашибись. Вы издеваетесь? Кайорг получает. Да. Но еще держится. Больновато ему, больновато. Давай, давайте. Не, ну то, что мы его выбьем, это к бабке не ходи. 19 человек. О, Мьюту. А Мьюту еще сильнее получает. Не, мы его добили.
На собаку похож. С чупом. Все? Ну, замечательно. Не хочу вообще смотреть, какая у него ЦПшка будет, чтоб раньше времени не расстраиваться. 7. Ух ты, 9 конфет. Это круто. Так, гений моды. Мне, в общем, здесь нету. Ну, понятное дело, я еще и в самом начале подвис. Да 91 сразу же. Нифига ж себе. Сказал я себе. Единственное, вот, чтоб... Теле 2 подводит конкретно сейчас меня. Самый тот момент, когда не должно это делать. Ну, давай. Промазал. Жалко. Вот зараза. Так, у меня еще 10 покеболов есть. Не, ну меня это просто выбешивает, вот честно. Ух ты, прекрасно попал. Ну. О, круто. Поймали красавца этого. Поймали. Замечательно. Так, где у нас следующий? А следующий у нас вот он. Значит, включаем супер беговой режим и побежали туда. Где он? Вот он тут. В принципе, попробую сейчас перезагрузить интернет. Все равно ашка. Ашка какашка. В 22:40 будет еще рейд на него. А из таких, из мелких, есть что-то интересное? Нет, ничего нету. Вот в 22:40, а он где? Хм. Ну, можно добежать будет. Ну, а что, в принципе, может скорость сократить до 18. Мы уже успели. Да. Нет, добавиться я не могу. Все, побежали. Единственное, белочку еще поймать бы с хорошей IV за 95. Так, это 73, неинтересно. 46, тоже неинтересно. Ну. А я по твоему обшайник не отказался бы. Ну? Есть люди. Отлично. Погнали на второй рейд. Ну? Мы на второй рейд идем или нет? Да уж, печально, я вам скажу.
Ну, придется мне выходить на улицу, чтобы это видео дозаписать. О, 4G появилось. По комнате походил, оклемалось. Интересно. Или это из-за того, что я окно открылся в комнате? Какая интересная связь. Да. Интересная связь. Ладно. Давайте дадим еще один шанс. Да вот ты прикалываетесь. Вот они прикалываются. А что у нас? 10 всего человек? Ну вот как-то Латиос очень сильно здоровье теряет от него. С двух суператак ушел. Ну, посмотрим. Может, чуть потише сделать. Как наш Драгонайт. Не, он помощнее. Помощнее будет. Так, мы только половину. Не, уже больше половины. Уже, в принципе, неплохо. Все. Ну и отлично. Конфет редких много дали нам в этот раз. О, у меня финальный удар был. Ох. Второй подряд за 91... Не за 90, а 91. Его бы еще поймать бы. Мне вот с этим что-то тяжелее идет. Реально тяжелее. Ну?
Жаль. Это какой-то более гиперактивный. Слишком сильно сопротивляется. Вот зараза. Много мимо в этот раз. Много мимо. Ты успокоишься. Я уже думал все. Я переживаю, конечно же, переживаю. Мне хочется его поймать. Того я на прекрасно как раз поймал, крученый прекрасно. Ну, а этот нет. Да ну что? Что происходит? Да, жаль, жаль. Да, обидно. Реально обидно. 22-40, 23-70. А здесь что выскочил? Unknown. Ну ладно уж. Так, уйди-ка. Не нужно в 23-17. Где тут? Вот он. Через 9 секунд начнется. Все, полетели на велосипеде. За рейдом. Обидно, вот реально. Второго подряд на 91 выскакивает. Но это ж... И не ловлю. Конечно же, обидно. Ну, будем надеяться, что мне сейчас больше повезет. А может быть, наоборот, меньше повезет. Хрен его знает. Сейчас все увидим. Ой-ой-ой. Ну вот как это называется? Ну. Да неужели он додумался? Ну ждем.
В общем, мне пришлось все-таки выйти на улицу. Ох, ну, собственно, сразу заработал все. Да. Не знаю, я планировал, ну, может быть, минимум 5 рейдов, чтобы хорошего поймать. А тут уж сразу первый хороший выпал. Прям вот теперь не знаю, сколько сейчас. Ну, пока у нас ориентировочно на 5 рейдов мы сегодня. Я не знаю, мне как этот автоподбор действует. Неужели у меня нету других покемонов, помимо выставлять вторую Лугию сейчас? В чем смысл? Ну, в этот раз мы побыстрее справились с ним. Так, что ты мне покажешь? Конфет много мы заработали. За 3 рейда. Ну, это ни о чем. Это просто ради конфет поймать. Этому я не расстроюсь. Да что? Ну да, не очень он, конечно, ловится. Слишком много резких движений у него. Точнее, даже слишком часто он атаки совершает. Заметили? Только-только был выпад и опять. Не хочет ловиться. Не хочет. Да ну... Ну, скорее всего, не поймаю. Да вот только проговорил. Ну, ты мне точно уж не нужен. Так, это у нас получается с вами 3 было рейда. Что у нас тут еще рядышком есть? Да ничего особо рядышком нету. Сейчас я попрыгаю, побегаю. Может, где-то что-то найдется. Так, мы перенеслись на противоположный берег озера. Будем сейчас смотреть, что тут будет. Будут ли тут рейды? Ну, как бы на 3 рейдах останавливаться бы не хотелось. Хочется еще что-то. Еще не хватает. Ну, тихо. Для начала давайте посмотрим, что у нас тут есть. Один пас. Ну, если что, один я еще могу взять купить. В принципе. Вот он есть, как далеко побежали.
Побежали к нему. Именно полетели на велосипеде. Да зачем ты мне нужен? Так, их там вообще два. Смотрим, открылись. 7 минут. А там 31:26. Ух ты! Давай, 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 быстрее, быстрее! Нет, ты мне не интересен, ты у меня в сотенной есть. Хочу Шайни Эйпума. Так, смотрим. Есть ли люди? Отлично. Четвертый рейд. По времени у нас 27 минут. О, Грэмбл пошел в ход. Сотенный, кстати, Грэмбл. Еще один Юту. Еще одна Лугия. Нет. Зачем Юту мне нужен? Не. Не надо его. Он уже свое отработал. Давайте вот этого. Ну, вот так вот, в принципе, я согласен. А может, вместо него нам поставить Вапориончика? Во, давайте вот таким составом побьем его. Так, прям руки чешутся, что ж будет дальше? Руки чешутся. И связь более-менее 4G держится. Не, ну я уже зашел к себе в комнату, все. Вроде бы пока все держится, связь. Ну посмотрим, не связь, интернет. В каком-то веке у меня без задержки пошло. Замечательно. Кстати сказать, я кое-что заметил. Интересно, если я в рейтинг не попадаю, чаще всего я ловлю легендарку, нежели когда в рейтинге. А в Априону гидронасос долго набирается. Но он сейчас отлетит. Одного. Да, отлетел. Охренеть, с одного удара. Все. Все. Запись идет, это самое главное. Так, что у нас здесь? Победа. Конфет куча. Ну, давайте посмотрим теорию. 84. Но это не то, на что я рассчитывал. Вот как так? О, вот это реально отлично получилось. Но нет.
Вот зараза. Ну да, после двух по 91, конечно, два подряд по 80, это... Ага, обманул меня, да? Обманул. Я буду очень удивлен, если его поймаю. Но на самом деле, лучше бы я его не поймал бы, а поймал бы кого-нибудь посерьезней. С более серьезной вишкой. Поймали. Может быть, теория реально подтверждается? Так. Хорошо, да, удаляем. Есть, что мне интересно. У нас сегодня получается 27-е. Угу, то есть еще не надо. Так, единственное, хочу пиджиков посмотреть. Может, шайни выпадет. Не выпали. Они прям вот они, двое стоят. Ну, погнали туда, на сверхскорости. Это у нас 4 рейда уже получилось. 3 из 4 я поймал. Ты давай беги, что ты стал? Где какой, сколько осталось? Да не надо мне их ловить. Вот не надо мне их ловить. 19-24, пойдемте к тому, у кого 19. Может быть, на 6-й рейд я запущусь. А там еще... А, нет, не Снорлакс. Так, что у нас здесь по рейдам? Раз, два их. Снорлакс есть. И все пока, да? И все пока. Но Снорлакс не очень интересный вариант. Так, что у нас появилось здесь? Ничего. Зачем мне это? Скажи мне, зачем мне это? А, не к тому я. Пошел, все. Так, это у нас 5-й пошел рейд. 6-ро нас. Он мне Мьюту пихает просто везде. Семеро. О, еще Шайни Хуоха у меня. Помню, помню, было дело. Прыгал, бегал я тогда за Луги и за Хохом. 16. Ну, теперь-то я точно уже не сомневаюсь, что... 19, класс. Сколько ж у нас в прошлый раз было 6 рейдов в прошлом видео? 3 на Лапроса и 3 на Легендарку. Ну, а здесь мы прям уже 5 на Зимозенку. Угу. Ну, выше 91 еще не было.
Меня вот еще мучает мысль, стоит ли на 6-й идти рейд? Или нет? Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А мы из легендарок сейчас Терракиона качаем, да? Терракиона. Хорошо, погнали. Успеет? Успел. Но они против него быстро отлетают. Грудон не исключение. О, замечательно. Просто замечательно. И опять конфетки дали. Нигде я не засветился. 80. Охренеть. Просто охренеть. Еще хуже, чем были. Ну, не хочет, не хочет. Но вот этот, кстати, слабее сопротивляется, чем те, что до него были. Ага, в тот бы раз бы уже он кинулся в сторону. Да, что-то, может быть, зависит от атак, которые у них есть. Ну, конечно, хочется сотенного. Ну, конечно же. Как и всем. Ну, давай, ловись уже. Толку от тебя. Все равно буду удалять. Ну, конфет хоть подсобрали, да. Так, сейчас пойдем еще на рейды. Ну, наверное, уже никуда не пойдем мы. Будем довольствоваться тем, что у нас есть. Потому что я не могу, да, покупочку совершить. Ну и ладно. 5 рейдов мы сделали, да, тогда на этом и остановимся. Но что у нас тут? Терракион у нас. А я не помню, как мы с вами делали. Как я в прошлый раз. Сейчас, минутку, друзья, минутку.
Вот если бы мне подсказали бы, по-моему, так и писать. Леген... Ага, вот они, стоп. Ничего писать не надо. Все стало проще. Легендарный. По номеру. Это у меня столько легендарных. Артикуна, который у меня... Смотрим, от какого числа. Прямо вот сейчас будем с вами записывать все досконально. Этот 07-07, он у меня 40-й, да? Артикун 07-07. Отлично. Этот Артикуна тоже полностью прокачан. Этот Артикун у нас 26-06. Тоже полностью прокачан. А этот? А этого еще и очистить надо. Тоже 95. Ну, а какого ж ты числа? Очень интересно. У меня его нету. Так, хорошо. Его я записал. Что у нас с запасами? Просто тупо нет конфет. 93. 91, 91, да. Просто тупо нет конфет. Ну вот давайте тогда получается. Полностью прокачан. Мы сейчас впихнем очищение на Артикуну, на этого предмета. Или не будем очищать. А он 608. Ну, давайте посмотрим. Будет очищенный Артикун у нас. А он мне сотенный. Он мне сотенный. То есть... Офигеть. Конечно же, усиливаем его. Обалдеть. Круто. Ну вот на такой ноте, я думаю, мы сегодня завершим наши рейды. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.